видели, что именно вместе мы можем победить страшные такие вещи. По поводу «не могу», «не хочу», да, он нам говорит «не могу». Вы знаете, топ-лидер такого слова не знает. Знаете вы такое словосочетание? Нет, топ-лидеры не знают. Они научились вот эти вот вещи переводить совершенно на другой язык. Когда вам человек говорит «не могу», вы просто переведите, что вот именно из этого он хотел вам сказать. Переведите с русского на русского. Он не может, или не хочет, или не знает, или не умеет. Но вы знаете, я понимаю прекрасно, что мы, когда организовывали этот проект, мы тоже были новички. И вы, наверное, видели кучу приколов, которые мы хотели тоже сегодня озвучить. Когда женщина у нас в городе Чехове, мы ей послали ссылочку на вебинар, сказали, 8 часов вебинар, заходите, интересный, будут такие люди выступать. Я прихожу, охранник говорит, сегодня женщина в 8 утра стояла, ждала какой-то вебинар. Ждала и ушла. Я потом выяснила, какая женщина, звоню, он говорит, а я сижу, рассуждаю. Ну в 8, ну не вечером же они собираются в 8 или в 9, да, в 9 вечера, но не в 9 же вечера, наверное, в 9 утра. И человек пришел, вот такие были смешные истории. А что, у кого были такие случаи, когда человеку говоришь, подключайся на вебинар, 90% людей что говорят? А меня видно будет? Да тебя не будет видно, слава тебе, Господи. А кто слышал, как Светлана Ухабова проводила вебинар, и там кот чихал. И он чихал так, что просто мешал ей проводить этот вебинар. Ей пришлось вывести кота из комнаты и говорит, я сколько проводила вебинар, столько боялся, потому что котик вот такой, а в коридоре какой-то там бультерьер сидел там метр ростом. Она говорит, кто это? То бедный чихал, а так вообще даже был. И человек проводил вебинар, переживал. А кто слышит, как у Екатерины Ивановны собака гавкает с утра до ночи во время вебинара? А кто моего кота видел, который как только я сажусь и открываю рот, он начинает ходить обязательно по клавиатуре? Вот вообще его нет, не слышно, на вебинаре обязательно надо выступить. И таких случаев было много. Ребят, но мы же тоже могли сказать, что ой, мы не умеем, ой, у нас какие-то там вот есть основания для того, чтобы не делать. Но мы понимали, что сначала нужно вдохновиться самим, научиться самим, потренироваться самим, и мы это все учились. Мы учили Василия, то у него гудит, то у него шипит. И вы знаете, вот человек миллионер долларовый, ведущий лидер вообще России, и он не стеснялся признаваться, что он чего-то не умеет. Он не стеснялся учиться, он понимал, что он вдохновился, ему нужно научиться, потренироваться, и даже если будут какие-то ляпсусы, даже если что-то будет не получаться, потом это все можно исправить. Не получается у тех, кто ничего не делает. И вы знаете, вот этот вот момент, когда мы поняли, что мы можем друг другу помочь, что только в команде, потому что я позвонила Ольге Пономарёву, говорю, Оля, все организуют проекты «Вызов года», давай, может быть, тоже что-то замутим, ну что там, Рязани это, в Белгороде «Вызов года», в Волгограде «Вызов года», давай в московском филиале сделаем. Я говорю, ну я считать не умею. Мне вообще с цифрами проблема. Она говорит, нормально, я математик, отлично. Я говорю, слушай, нам бы еще мужика бы, давай. Она говорит, я попробую с Ватей поговорить. Она поговорила с Ватей, я говорю, слушай, а я без Марины никуда. Вот все, если Марина будет, у нас проект удался. Я позвонила Марине. И вот так вот мы набрали. Ребят, как вообще команда наша, скажите? И каждый нашел свое дело. И когда вам кажется, что вот путь к успеху, вот топы приехали, им сказали, вот сделайте это, они приехали и сделали. И у них все так легко и так здорово. Ребята, для того, чтобы вот это все реализовалось, мы проделали вот такой путь. Вот он и